Привет всем. Угадайте, что находится. Куда я сейчас смотрю? Не знаю, слышно, нет. Ну, вообще, вот где я сейчас нахожусь. На морях. Погодка класс, весна. Видите, солнышко светит, в общем, красота. Азовское море. Вот так вот. Туда дальше. Тоже населенный пункт. В общем, вот так вот красотень. Вот такая. На море штиль. Называется ветер широкий, когда в берег дует. Юг чуть-чуть на восток. Восток там. Там юг, соответственно, за спиной север, да, справа запад. Ну, такое вот море нынче. Видите, какое шикардосное. Все, друзья. Сейчас буду рыбу ловить, сетки закидывать, бычков наловлю. Какой-нибудь еще хрени, креветок, допустим, например. Креветка, тут вообще кабаны такие ловятся. Ну, еще рано для морской креветки. Ну, это я не знаю, солнце оно зацепит, не зацепит. Вот за моей спиной, видите, это летом кафешечка, летняшечка тут. В общем, летом тут центр вселенной. Когда-то был. Ну, надеемся, еще будет. Не все потеряно. Все, всем пока. Ставим лайкосик, не забываем. Подписочка, кому интересна моя аквариумная жизнь. И вообще, всем спасибо за комментарии, в общем, за просмотры. Годится, что кому-то нравится моя такая манька аквариумистическая, чья аквариумная. Вот смотрите, какая летняшечка классная. Гляньте, какая летняшка. Да, шикарно вообще. Крутячочек. Тут тентик, хоп, музычка, дискотечка. Все дела. Вон, смотрите, пень какой. Сейчас покажу пень. Сейчас вам, даже люди идет, смотрите, идет людь. Человек. Неужели кого-то живого встретил? Они одни охранники и собаки. Так, смотрите, какой пенечище. Сейчас я вам быстренько засвечу. Гляньте, какой. Ну, это его летом наряжают. Он разный, зеленый. Это тут такой детский лагерь такой. Не лагерь. А, будем так говорить, детская площадка. Тут разные прибамбасы, шмибамбасы, короче. Ну и все, да, все на месте, да, командир, все на месте. Все, это главное, что все на месте. Рынок электрик вот этот называется, ребят. Ну все, давайте. Всем пока, до новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка.